В красном углу готовится к продолжению боя Васинович Сергей, он из города Выборг, ему 10 лет, провел 12 боев, из них 5 одержал победу, тренируется под руководством Тюрина Владимира Корнева Ивана. Команда «Спартак» приглашается на футбольное поле. Команда «Спартак» на футбол быстрее. Через 3 минуты поражения. Давай, молодец! Давай, наступай! Давай, 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 Сергей! Давай, давай, Сережа! Давай, молодец! Давай, молодец! Давай, Сергей! К нему, Серега! Давай, молодец! Давай, подходи! Ручки подними! Давай, давай, не двигайся назад! Вперед! Сергей, давай! Так. Голову подними! Серега, голову не отпускай! Не стой на месте, двигайся! Давай, давай, соберись, Сережа! Давай, пошла! Вперед, Серега! Руками! Давай, еще нога! Молодец! Давай! Еще нога! Серега, голову туда отпускаем! Серега, собери! 8, готов! Все, В этом бою победу одержал боец синего угла Войтюшка Иван, поселок Отельский, Кингисеппский район.